В этом году в Одинцовском районе в рамках празднования Дня предпринимателя намечен целый ряд мероприятий. Одно из них – это создание аллеи возле центральной площади города. Одинцовские предприниматели, вооружившись лопатами, высаживают здесь молодые деревца. Есть такие деревья, которые, ну, будем говорить, практически уже полуживые. Мы хотим всю эту аллею оживить, посадить клены. И вот традиционно мы сажаем клены. Всего в ходе этой акции на аллее будет высажено около 50 деревьев. Клен считается наиболее подходящим деревом для климатических условий нашего региона. Оно не требует особого ухода, быстро растет и во всем мире ценится за красоту кроны, ажурную листву, яркий осенний наряд. Эти клены закуплены, естественно, на средства предпринимателей. Вот. Они закуплены для того, чтобы облагородить зеленую зону нашего любимого города Одинцова. Вы сами видите, что если посмотреть на эту аллею, постепенно она приобретает более цивилизованный зеленый вид. Вот. И клены, как говорится, традиционное дерево для нашей погодных условий. И поэтому мы думаем, что он приживется, так же, как предпринимательство очень хорошо развивается в нашем районе. 30 мая в рамках празднования Дня предпринимателя состоится прием губернатора Московской области, на который приглашены около 1000 предпринимателей. Здесь профильные министры ответят на вопросы российских предпринимателей. Подобная встреча планируется и в Одинцовском районе, но немного позже, 6 июня. Здесь у нас в прекрасном куполе выставочном тоже будут руководители отраслевые, профильные, курирующие предпринимательство, тоже встречаться с предпринимателями, доводить те положения новые, которые сейчас имеют место быть, и разъяснять, отвечать на вопросы. Собственно, это демонстрация доступности власти предпринимательству, чего достаточно не хватало. Елена Андреева, Константин Королев, телекомпания «Одинцова».